Мне трудно назвать себя религиозным человеком, но сейчас я прошу всех богов, пожалуйста, храните Аню, и пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Всем привет, ребята, с вами как и я продолжаю играть в игру Metro Exodus. Погнали. А воздух какой? Какой-то вода не настоящая. Никогда таких запахов не слышал. Таким недельку подышать не только Аня вылечится. У полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, чтоб по главной ветке на ГЭС шли. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием! Слышим вас хорошо. Прием! А, вроде вода течет. Просто не видно ни хера. Идите по главной! А, вас понял. Тут пути ремонтировать нужно, так что задержка выйдет. Ладно, план прежний. Рандеву на ГЭС. Как там вообще? Прием! Вообще, товарищ полковник, тут просто отвал башки. Ане точно понравится. Прием! Отлично. Продолжайте разведку. Конец связи. Ну, значит, план такой. Сейчас в темпе до дамбы, все проверяем и сигналим нашим, что приезжали. То есть. Красотища. Хочется всем показать, скажи. Красотища, да. Согласна. Какая живописная. Не согласна. Что-то недоброе. Ух-ху-ху! Охуеть. Нахуя я его бросил? Ебать, дебил! Выкинул, блин. Это еще кто, бля? А, господи, ну ты-то еще кто, а? Ты еще кто, бля? Ребята поймали твоего друга, но я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупостей не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся. Пиздец помогла мне, спасибо. Чё это такое? Да вы, блядь, издеваетесь! Ну только, сука, не еб... Ой, бляха. Ну-ка я расстрелять готова, сука, этого человека, кто, сука, придумал этот арбалет нафиг саный сраный, блядь. Ненавижу, вот просто терпеть не могу эти грёбаные арбалеты. Бывает такой игре, блин. Именно поэтому Fallout, блядь, 3, я считаю, говно-говном, а не игрой. Который, блядь, я даже вообще да, заприкасаться не хочу, блядь. Даже заново, если переигрывать. Как считал ее говном, так и буду считать ее говда. О, наконец-то у тебя что-то тоненькое есть. У тебя что, тут какая-то хуйня, блядь, вместо оружия, да?
Тебя хотя Роза, это есть телек? Блин, смотри, говнище. Ладно, что это такое у тебя? Да, сука, такая забараса. Ну, конечно, пора. Ой, вы меня не убьете, даже если, блядь, будете только палить. Прикройте, ребята! Зарядиться надо! Чем? Вот это хуйней зарядиться? Это прикол такой? Ух ты, прикольно. Можно разбить. Я как не хочу стрелять, так и говорила. Я не буду из-за этого стрелять. Нету никакого, сука, желания. Если хотите, чтобы я их вырубила, да, тебе всю толпу вырублю, блядь. А мы-то, видимо, без этого серьезно не начнем. А без этого никак не можем, да? Ребят, я даже не попытаюсь воспользоваться этой стреляющейся хуйней, которую вы мне сейчас дали в руки. В качестве, сука, оружия. Хотя при этом вы мне, блядь, дали патроны. Да вообще я нажимала на К. Тебе что сказали, блядь? Стой, на всем крыска, тут боебись. Или не тебе, хуй сказать, говорила это, да? Ой, бляха, я будто играю против умственно отсталых. Блядь, не умеете себе, сука, это стрелять здесь. Хей! Я тут, знаете, мемчик. Хей! Ебало тебе. Я не буду за этого стрелять. Я отказываюсь, разработчики. И говорю, я ставлю вам баттер, и они будут играть в эту хуйню. Я даже, нет, играть буду, но я стрелять из нее не хочу. Дайте. Это про себя? Ну да, согласна. Таким долбоебом, как ты, здесь просто не суждено. Вы мне сюда дайте, пожалуйста. Вот это другое дело, блядь. Туристы. Выёбывайся, развыёбывались они здесь. Хера! Нахера ты забирал с тобой вниз спуститься? Ну ладно, бля. И пойти обратно по тому пути. Блин, сейчас будут лазить, кто тебя ударит сверху. Охереть. Огромный медведь. Я этими буколками его не убью. Даже если буду пытаться изо всех сил. Человек нахер один? Ой, блядь, нет! Скатились так, блядь. Опа! А вот на моя дрезина, кстати, вон валяется. Весь ты мой отдайте, уроды. А, нет, это просто автобус. Я ж говорил, что тот не один был. Но снимаем его тогда и в лагерь. Да ёб твою мать. Панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. А сетка моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты небось засал. Кто засал? Вы же пираты! У вас и лодок больше! А этого мы ведем на лесной суд! Сыкуны вы все! Это чужак, значит враг! Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умно и сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Опять у вас учители везде, а? Чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть. Ох, ебать. Сначала лесной суд. Фу, а какой он мыльный. А. Что ты делал сейчас? А раньше ты не мог это сделать, дебил? Да ё-моё, да вы, сука, издеваетесь надо мной. Ну ладно, по... Чё тут за... Соткнись нахуй. Тс, блядь. Да я не увидел вас. Стокот, выбрался! Ты молодец! От хозяина леса уйти. Не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак! Пожадничал я.
Я не вижу тебя вообще. Ну, стреляй или вали. Мне готовиться надо. Скоро экзамен. Учителю скажу. Наверху! На, сволочь! На, скотина! Ты что, серьезно хочешь меня этой пуколкой убить? Ну давай, удачи. Ну давай, давай. Все вы небось такие. Врете и нападаете, особенно если на беззащитных. Только учти, тогда вам точно не уйти. Наши знают, что он в церковь побежал. Ловить просто не стали. Так что убивай, трус. Мне с тобой говорить не о чем. Спасибо, что, блядь, намекнул, или хотя бы просто намекнул, куда он там... Куда он там делся. Или столько где-нибудь тупило, тогда только да, потратила. Закрыто. Да еще кто, блядь. Не, так себе. Не просто так себе, а унылая хуйня на пофном масле. Это мой официальный, блядь, намек. Какая в чувостометр превратилась. Ой, бляха. Здорово, бурый. Как за без огромного монстра, которого я сейчас буду, блядь, убивать. А, подозы. Подозы, бурый. Да ты, сука, я тебе весь тебя убивать, сука, собралась, блядь. Ой, могу, кстати, убежать. Да хуй-то там. Хер я убегу, блин. Во-первых, у меня патроны сейчас заканчиваются. Да хватит, блядь, меня так убивать, блядь, пидор. Какого хуй ты меня одним пальчиком-то убиваешь, блядь, дебил ты тупой. Ой, мама. Блять, застряла за залезяки. Впереди меня, оказывается. А с какого? Да беги, уебан! Ну-ка, чего, блять? Нахуя второй раз тебе перерезывать? Ты сдохни, спидер, сегодня или нет, а? Вот и беги быстрее, Артёмка, хуёмка. О, лесенка. А я на твоего, блядь, дегроида под брону, блядь, трачу. Иди нахуй, бурый. Пидормот. Какие высоковые уебаны разработчики. Мне только... В конце нахер намекнули, что можно, оказывается, просто было сбежать. Я вот сейчас вот эту главу, все, иду, никак никуда не дойду. Не, вот нахуя я все это сделала, скажите мне, пожалуйста, нахуя я пришла? Чужак, замри. Вот мы и снова встретились. Опять ты, блядь! Помнишь, кто тебя из воды вытащил? Пидормотина, блядь. Меня, кстати, Олей зовут. Пошла нахуй, Оля. Это не ты сейчас хозяину леса трёпку задал? Охотники. Какую трёпку? Связывается, а ты его вон как отделал. Я не убил его даже! Замок заржавел. Вот сволочь. Так он, это он меня чуть не убил, блядь, и не изнасиловал прямо там. Твой друг Лёша уже на дамбе.
сказал, командир ваш ждать не будет. Да ты... У тебя немного. Да ты, блядь, надо мной вообще издеваешься. Прости, проводить не смогу. Сегодня на совете пираты заявили, что нападут на ваш поезд. Но без меня они и созывать совет не имели права. Конечно, да ты-то, а ты тут так. Придется, как всегда, вправлять им мозги. Кровь. Ну, а пока у меня есть время рассказать, куда тебе дальше. Блин, да перепрыгни через нее, блин. А они все в лагере на болоте. Бла-бла-бла. О, метод-3-3-5. Они, понятно, делиться не захотят, но это не повод стрелять. Че такое, блин? Кровь никому не нужна, так что просто не попадайся им на глаза. Иди по дороге до завала, спускайся к болоту и ищи пристань. Там и мы с Алешей лодку одолжили, прости, учитель. Но остались еще, так что разберешься. Ну, чужак, удачи. Как мне выйти-то отсюда? Не заставляй меня жалеть, что я вам помогла. Леша, привет. Ой, да пошла нахуй. А я тут еще побуду. Надо за могилой учителя приглядеть. Да ты че? Тут у тебя замка нету. Че тебе вместо этого открыть? Да хватит скользить-то. Который раз это заметил? Ты постоянно скользишь. Тьфу, и куда мне дальше? Ветер в хату! Языка нету. Забыл, как учитель говорил. Вежливость. Вот что отличает нас от бандитов и других животных. Ты кто, бля? Погоди. Ты же не из наших. Бандит, что ли? Вроде не похож. Хотя кто у вас бандитов разберет? Сегодня одни, завтра другие. Я правильно говорю, Сеня? Ты, адмирал, всегда правильно говоришь. Отставить! Вы мне так все залижете. Тут все свои. Ебанутый. Ну, раз ты тут, значит, всем этим слабакам, пионерам и недопиратам крышка. Я прав? Молчи, не отвечай. Так все понятно. Ну, туда им и дорога с сыкунам. Адмирал, а может, к столу его пригласить? Гость же, хоть и бандит. А что, дело? Садись, бандит, чаю выпьем. С тобой как-то неохота. Такого чаю ты еще не пробовал. Сам мне сыграл, как-то стрёмно сам нахер. Сушил, сам заваривал. От этих-то помощи никакой. Ну, хоть едят немного. Да, парни? Да. Стараемся, адмирал. Все, все, устроили балаган. Орете, как водяные в полнолуние. Совсем гости не уважаете. Слово сказать не даете. Да он и сказать ничего. Не обращай внимания. Ну, за встречу. Хороший чай. А ссыкуны сухопутные не пьют. Радиация, радиация! Какая радиация? Ты на нас посмотри! Здоровее не бывает! Ты кто разговаривал сейчас? А ты молодец, что зашел. Видишь, ребята, как приободрились. Нам ведь тут и поговорить не с кем. Забывать нас стали. Даже Ромыч и тот про нас забыл. А мы ведь вместе наш штаб пиратский тут строили. Вон, ребята, не дадут соврать. А? Да, все вместе делали. Помню вместе. Все помнят. Вот. Все помнят. А он, гад, забыл. Да, забыл, разорт. А это круто. Артём? Жив, чертяка! Как же я рад тебя видеть!
А я с нашими связался наконец-то. Волнуются. И я их понимаю. В общем, Тёма, тут все не так просто оказывается. Давай сюда, покажу. Куда опять идти? Ну, я никуда не пойду. Только по сюжету. Пошли, Артём. Я так заебался, типа, у карты. Чё вот нас тут? Слышишь, счетчик как трещит? Ну? За плотиной черти сколько тонн отравленного ила. И очень скоро этой долине крышка. Да, хотя на тебе безопасное место. Плотина еле держится. Глянь свой бинокль, если мне не веришь. Нельзя нам здесь оставаться. Никому нельзя. Ладно, канатку видишь? Детишки эти построили, пока дрянь это не так просачивалась. Нам туда. Старик говорит, Аврора скоро будет на дамбе, так что берем ноги в руки. Я чё так гоню? Кажется, на Авроре не все в порядке. В смысле? Похоже, у Ани дела плохи. Опа. И скоро мы узнаем, насколько. Двигаем, Артём. Сейчас вместо того, чтобы просто из костяка стоять, я какой-то хуйней занималась всю игру. Увлекательный пиздец. Эх, чувак, ты бы знал, какую я тут фемину встретил. Просто отвал башки. Такая девушка голубая. Олей зовут. Ее тут уважают все. О, я ее знаю. Она вот на этой, на другой крепости была. Поверила мне, что мы не со злом пришли. Она-то меня из их лагеря и выпустила. Любовь с первого взгляда. Я говорил про свой животный магнетизм, а вы ржали все. И кто был прав? Она меня тоже где-то отпустила. Она ее так подействовала, что еще и проводила. И вот знаешь, в первый раз со мной такое. Не хотелось прощаться. Позвал с нами ехать. Не могу своих бросить, говорит. Сильная. Так теперь одна мысль в голове и вертится все время. Хоть бы она уговорила этих ребят уйти. И сама ушла. Чё-то мне стрёмно, Тёмочка. Такую зверюгу видел. Вроде медведь, но размером с дом. Медведь, медведь. Я с ним задралась. Битва была не из приятных. Похоже, почуял нас. Сейчас он упадет, а я буду с ним драться на этой арене, да, я так понимаю? Мост, конечно, не актив. И какое странное светение сзади. Прикольно. А, это касцена. Оп. Ну, конечно, мне одно драться с медведем. Ты там жив? Меня вообще-то придавило. Или чё? А, да что ж такое-то? Или зуба вроде. Как я так быстро вытащила руку из камня, вопрос логический, но без логики. Охуеть! Ну давайте так забудем делать, когда она все сломает. Ну он все сломает. Ломай или засал, блин. О, бурый медведь, бурый медведь, бурый медведь, огромный бурый медведь. О. Ай. Не, я думал, мост на что-то снизу сделать, нет. Всем можно было бы поэкономить, но я дура не заэкономил. Ай. Хватит так делать, урод.
Чё ты бегаешь, как скоростной, блядь, медведь нахер? Ты не скоростной медведь, ты урод. Урод на палочке. Да чё ты этим... Ты чё ты не поворачиваешься-то? Я 100% нужно с этим как-то действовать. А как? Да, бегаешь ты очень быстро. Беги, я сказала. Нравится тебе уёбок, нравится урод. Да, блядь, ну получилось, так получилось. Круто, иди урань заметательными снарядами не пользовалась. Блядь. Это не то. Блядство. Блядь. Мол, забить, у меня опять патроны закончились. Я воткнул всем, где там только можно. Думал, забагался, я бы сейчас залепил бы побольше, хуйни всякой. Я долго тебя убивать буду, пидормот ты тупой. Я за просто заебался это делать. О, получилось! Ага! Или хоть там. Пока, буры! Уебена. Ты чё под конец пришел, как обычно? Как обычно под конец пришел. Я нажимаю, как только можно. Пока, буры! Уебан. Ха-ха! Ну и здоровая же зверюга! Ну давай, Тёма, помоги! Нужно канатку подтянуть. Готово. Оказывается, легкий бы свадьба был. Оля! Я же говорила, им просто нужно было пройти. Ты точно со мной не поедешь? Извини, Алёша. Не могу я вот так взять и уехать. Как бы ты мне не нравился. В таком случае, сударыня, разрешите откланяться. А, черт. Оля, я вернусь. Я буду ждать. Артём, двигаем. Сучи, вот здесь такая, блядь, любовная линия, если к этому осени ничего не слово буквально. Помни, что я говорил. Уводи людей из долины. Заплати нам смерть. Они же упрямые, как... Я не знаю. Как дети малые. Только что с виду, как звери. Заиграли. Пионеры, что вы. Ну, она справится. Это касцена все. Заставили вы нас поволноваться. У нас все плохо. Нужно спешить. Времени мало. Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге, ничего не помогает. Болезнь зашла слишком далеко. Идем. С ней все в порядке, да? Пока Аврора шла вдоль отравленного моря, разлившегося за плотиной, все молчали. Мы ведь верили, что вернемся. Теперь, увидев зависший над долиной Дамоклов меч, мы знаем, этому не бывать.
Алёша весь извелся от волнения, ведь там осталась Оля. Может быть, ему и удастся с ней связаться. Предупредить. Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Аня, пожалуйста, держись. Без тебя мне незачем жить, не о чем мечтать. Тем более, что если бы не моя мечта, ты сейчас была бы здорова. Да, ты проебался. Артём, знаешь, я когда эту фотку с Тихим океаном нашла, я почему-то решила, мы до него обязательно доедем. Все эти реки, горы, пустыни, это все не то. Океан и точка. Верила, что доедем. Доеду. Доедешь, обещаю. Артём, я знаю, я справляюсь. А если сама не смогу, ты ведь меня опять спасешь, правда? Конечно, любовь моя. Артём, прекращай себя мучить. Мне просто больно на тебя смотреть. На вас с папой. Не виноваты ни твоя мечта, ни его вера в оккупантов. Это просто судьба. Дурацкая тряпка на ветру. Бетон гнилой. Склад этот идиотский. Артём, иди. Я ей наркоз дам, пусть поспит немного. Идем, братка. Там разговор есть. Эй, золотые руки, ты тебе тоже подтягивайся. Стёпа, ты это, в рубку давай. Да, сейчас иду. Ну, скажи, что случилось? Артём, не волнуйся, все будет окей. Это Алёша. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. Ты взял переднюю дверь, закрыл. Ну, долго стоять ты будешь. Как? Она. Давай. У нас новости. Нехорошие, похоже. А других у нас уже давно не бывает. Давай. Ну, одной садись, меньше, братка. Одной больше. Непростой разговор будет, похоже. Этот снимок Новосибирска мы сначала посчитали испорченным. Так, а что с ним? По описанию, зоны сильного заражения показаны зеленым, а некорректные данные – малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает там. До Новосибирска еще 500 километров. Радиация за бортом уже почти как в Москве. Чем же туда стрельнули? Может, кармливый? Снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельно радиоактивно. И что теперь делать? Я скажу, что делать. Мы с Артемом пойдем. Это не по отдыхе. Мы все пойдем. Нет, товарищ полковник. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артём своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Да, согласна. Тем не менее, мы орден. Мы один экипаж и должны действовать вместе. Обсуждать тут нечего. Это не задание ордена, это наше с Артёмом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе, мы не знаем, где точно находятся лекарства.
В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима, и застрять на Авроре в снегах нам что? Нельзя. Так нельзя, это точно. Вот. Помните, что Ермак рассказывал? Напомни ему. На окраине города большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Авроры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к зиме. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. Yes, sir. А что там радиация смертельная, так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? А, точно. Ха, в точку. В отличие от городков, что мы обыскали. Товарищ полковник, я по костюму. Да, что там с ними? Комплектных получилось собрать, только два. Видишь, как раз на нас с Артемом. Против судьбы я не попрям. В Новосибирск. Аня пока держится. Она верит в меня. Верит в нас и верит не зря. Тысячи километров остались позади. Перед нами Новосибирск. Мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Лекарство, способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Найдем ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню. Можно, нельзя. Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Полковник, мосты целые, фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. Но мутанты будут. И много. Все целые. Сэм, что там с радиацией? 8 разов выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Ну что, готов, Артем? Конечно. Давай за мной. Good luck. Мы вас не подведем. Вау, круто. Как же красиво все-таки. Похоже, тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем на пролом. Пройдемся по плану еще раз. Ермак! Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан? Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус. Идиотом. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Спартанцы, удачи всем. Увидимся на точке сбора. Дайте пройти там. Она нам понадобится. Вот он наверняка финальный. Зумес. Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Конечно. Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка?
Мишка пост принял. До свидания, дядя Артём. Прикол, кстати, в том, если бы я миску ей не отдала. Не волнуйтесь за тетю Аню. Мы с Мишкой за ней присмотрим. Если бы я ей не дала миску, что было бы-то в итоге? Тихо, тихо. Она только заснула. Вы уже идете? Да. Хотелось да. попросяться бы. Надеюсь, успеем. Аня сильная, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артём. В смысле? Видишь, приступ удалось остановить. Так что не волнуйся, пульс четкий. Она просто вымоталась слишком. Теперь до завтра проспит, наверное. Надеюсь, мы успеем. На свете, командир. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо. Артём, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Чёрт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду у машины. Артём, принимай снаряжение. Ушки я почистил, в рюкзаке весь остаток ресурсов и патронов. Вам нужнее. Да я вроде бы уже всё делал. Почему нельзя увеличить? Было бы круто. Хотя под финал бы. Сволочи. Все по пятерку, тебе как мало, блин. Ну все, у меня все. Со щитом или на щите? И то, и другое, хе-хе. Масын, где Масын-то? А, во! Ну что, готовы? Готовы. Ну, Артём, вот он, твой шанс. Последний. Ты меня понимаешь? Да. Очень на это надеюсь. Хуй мне пусточка. Ага. Артём, ты смотри по сторонам, мне будет некогда. Дорога тут точно не чищена. Удачи, ребята. Кроме нас, ей надеяться не на кого. Я как сколько прикольно. Стоит. Похоже, эвакуацию провести не успели. Они даже не пытались, как и гибануло, и все. Все померли. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Вот, сюда надо и поменять. Дайте, вот в эту дурищу. Так, пешком было бы легче, но из кабины лучше не вылезать. Меньше радиации схватим. Но рискнем. Давай попробуем. Только осторожно. Не проеби, Масыну. Ну, как тебе дорога к мечте? Жалеешь? Вижу, жалеешь. Только давай эти переживания. Сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. Правильно, гони. Похоже, там можно выбраться. Держись, ща тряхнёт. На всякий случай Еско. Еско на готове. Да не так уж и сильно и тряхнуло-то. Опа! Оу-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Блядь, это очень круто. Прямо на вас зайди нахуй. Военные все перекрыли. Похоже, накрыло в разгар эвакуации. О, вот у метро, кстати, нас, вон.
Ну, дайте мне выйти. Да, тут мы хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Артём, давай за баранку. Я по карте смотреть буду, куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход в метро тут недалеко. Осторожней, береги машину. Окей, командор, будем осторожней. Ты тоже не берег. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. О, сколько снега. А буря все усиливается. Блядь, охуенный. Офигенный момент здесь. Дико выглядит. Дома целые, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Не, там полный пиздец. Москву накрыло хуже всего. Черт, ладно, ладно. Давай направо, деваться больше некуда. Я туда и повернул, с самого начала. Или ты туда давай хотел? Налево. Окей. Пока осторожненько. А тихо. Не будем. Куда сейчас? Давай по прямой. Окей. Вот такой. Вот так, вот это мне нравится. Осторожно. Аккуратней, Артём, аккуратней. Куда, по прямой? Это, так понимаю, проебаться в принципе не получится. Шторм усиливается. Фон тоже растет. Долго мы тут не протянем. Налево. Особенно пешком. Согласна. Смотри, давай туда. Так, обратно на проспект вырулим. Я вижу. Опа, паум. Эх ты, ёперный балет, снова пробка. Тут, похоже, танк прошел. Давай за ним. Полегче, Артём. Все, приехали, черт подери. Дальше на своих двоих придется. Распишите, фон все растет, фильтров надолго не хватит. У меня хватит, у меня бесконечный запас. О, ты где? Охуеть. Давай, за мной, не останавливайся, или нам конец. Я не останавливаюсь, я быстрее тебя бегу. Сейчас будет большая развязка, и где-то за ней вход на станцию. Осторожно, где? Снег глубокий. Чё-то не видно, чтобы у меня был глубокий, он спокойно иду. Какая красота. Вот этот вот момент мне нравится, прикольно. А вы знаете, я могу из маленьких мелочей уже спокойно похолить игру. Какой ты медленный, командор. Я быстрее тебя бегу. Вот это место. О, охуеть. Может, тут получится спуститься в метро. Ой, мама. Я чуть не провалилась. Давайте первый, капитан. Ага. Вижу, как ты рисовал. Опа. Через автобус. А, ты, вот. Давай вниз. Ок. О-хо-хо-хо! Уху! Воу! Ой, бляха. Прикольно. Все у меня фильтром. Добрались все-таки. Давай поищем проход в сторону центра.
А тут-то хрен. Ничего себе, тут все привалило. Есть идеи, как попасть в тоннель? Нет, тут хрен. О, есть, конечно. Вот тут можно пройти. Давай помогу открыть. Ну, 3-4. Блин, с ним очень приятно работать. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Что взрыва? Идем дальше. Только не расслабляйся. Эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут выжил. Понятно, намеки тут есть монстры. Нам ладно, иди вперед. На станцию Площадь Ленина. Институт от нее в 2 шагах. Взяли. Ладно. Теперь он упал. Давай попробуем открыть ворота. Дури в нас до хера. А вот и метро. Пошли. Давайте первое лучше. И то скрип мост не сразу. Проверю. Жизнью. Вставай. Давай подсажу. Давай. Удачи. Окей, окей. Пацан, ты чё, я совсем ебанутый. Мне вот это помнишь, что я нужна. Я спасти тебя хочу, придурок. А, не смог. Лох. Гыть. Бля, мог бы проскользить, было бы круто. Он серьезно, что ли, в бочке прятался? О, Артём, держи. Кодер, зыги, я застрял здесь. Куда пошел? Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения ОСКОМ. Вообще, я вам ничего не скажу. Хлебников. Можете сразу убивать. Значит так, рядовой. Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из ОСКОМ! Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что иди, тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Не взято продумал, молец. Только смотри без фокусов. Бля, не ожидал вот тут пацана увидеть. Нам сюда, тут уже недалеко до станции. Какой ты говорливый. Ну, проспект, какая еще? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артём. Стой. Все чисто. Ну, сзади задним, вперед не иди. Вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? Ха-ха-ха, а ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка такая? Не знаете? Подождите, вы вообще с какой станции? Артём с ВДНХ, я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Очень далеко отсюда, прям пиздец, как далеко. Чёрт, носачи! Носачи. А, я думал, нам его зачистить придется, слава тебе, господи. Хе-хе-хе-хе. Они же не будут со всех сторон выходить. Или только из этого будут выходить, да?
высоте. Ай! На это что скажете? Бля, меня реально ранили, сука. Давай используем цеску, если есть. О, бля! Ну что, еще охота? Вот я хотел его... Гранатами! Ну, иди сюда. Хотел гранатами, но у нее их нету. Командир, гранат нет. Ладно, дай чуть поинтереснее выберем. Хотя есть. Вот это есть. Да, круто, гранатки есть. Нравится, нравится, твари! Из грязи выбегут. Ха-ха-ха! Ишь как удирают! Вот это я понимаю! Крутяк! Ну что, рядовой Хлебников, можешь выходить! Ау, парень, ты где? Но он не выйдет. Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать. Ха, живой! Пяток мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто! Подождите секунду, я ворот открою. Реально круто. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили. Как вы все выжили, бля? Ты что, открывать не собираешься? А то я думала, хотела провести индивидуальность. Краска. Опа. Да, та зеленка, о, про которую он говорил. А где все? Отец на задание ушел, а больше нет никого. Офигеть. После войны никого не осталось. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Ого, вау. Как у богачей. Так и выжили. Артём, смотри. Спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алёшей потерялись. Откуда это у вас рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Давно? Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Сейчас один из наших противников будет, 100%. Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Понятно. Можем тебя с собой взять. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попаданий пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Да, вот твой отец. Нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артём. Попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой. Надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник, слышу хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артём в институт. Принято, полковник. Офигеть, я одна пойду опять. Аврора, повторите, прием.
Аврора, как слышите? Прием! Черт. Опять помехи. Артем, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе. Подождите! За машиной. Без антирада на улицу нельзя. Осталось три ампулы. Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что... Ну что, готов? Ну, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед. Ну, в принципе, встать. Да все, я умру сейчас. Или нет? Охуе! Сука, сдохла, блядь. Такой момент испортен. Артём. О! Артём. Вставай, пора. Это кто? Опа! Галлюцинация! И поезд проехал! Бля, круто! Вот этот момент самый-самый крутой. Бля, вызвала, почти вызвала. Милая. Я знаю, что ты галлюцинация. Ну как приятно с тобой находиться. А, нет, тебе не иди. Благо, главное без одежды, теперь резко в одежде стал. Галлюцинация, ну точно. Давай, не помирай, ты мне еще нужен. О, все, вид. Вот это полно пиздец сейчас был. Ой, мама. Ого! Ебать! Бля, как это круто! Куда вы полетели-то? Бля, здесь это просто охуенно. Подожди, перезарядить это оружие никак нельзя. Чуза! Охо! Видишь метро? Жахни по нему! Только под калибером, а то осколками народ побьем. Сейчас оформим. Давай, Толик, на 11 часов вестибюль метро под калиберным. Вижу цель, подкалиберный готов. Огонь! Если что, я не стреляла.
Ой, господи. Ну как же круто сделано, сука. О, меня телепортнуло резко. Сюда ли я хоть иду-то? Да и вообще близко, кстати. Пости у цели. Ничего. Обычно тут у нас тело не агропром, но это не агропром. Я подыхаю, мы еще живые нужны. Вообще открыть нельзя, кстати. Написано прямо так. Нахера ты наверх-то ползёшь, чтоб сдохнуть, что ли? Ты даст препарат не нашёл, бля. Гадил, горилла, бля, какая-то ещё. Ещё один, блядь, противник. Обожаю, нахуй. Стреляй ты в него! Ты специально мне даете много больших противников, блять. Если бы у меня заранее была бы эта пушка, я бы тогда его быстрее убила. Ха-ха! Уёба! Хе-хе, ты чё думал, с охуенной пушкой я этим пользоваться не буду? Ещё как буду, ты меня очень плохо знаешь. Фух. А, ну тут и песни какая-то. О, милая! Нет, милая, я спасу тебя. Надеюсь, без еще одного такого долбоеба. Разговаривал, блять, со мной вот этот монстр, сука. Сама игра не дает мне это сделать, спасти свою жену. Хуй он там угадал, блять. Вот это там Т. Буду дерзаться, милая, ради тебя. Ах ты схуй! Что-то он медленный. Уже заклинило на К.
На R. Ха-ха. Первый раз я с тобой вот дерусь, блин. Охуенно. Милая, ты где? Милая! Она не настоящая, это галлюцинация, видишь? Я трупу надел маску. Ну, момент реально прикольный. Ну, просто тебя нахуй послать, а? Иди в пизду, блядь. Вызови, милая. Господи. Убери его. Фу. Вызови. Я тебе обещаю. Опять этот урод здесь, блядь, ебал он уже. Охуеть, два. Они переборли это, а? Быстрее нахуй. Дай-ка лузы по новому возьмем. Это тебе, блядь, не человек, а тупой, сука, существо, блядь. Ай-яй-яй. Фу. Слабак, блядь. Хватит сквозь текстурки пролезать, не разрисаю. Это охуенно, пиздец, кстати. Я вам, уроды, не разрисал разговаривать. Пидормоты. Бегемоты. Ты ничего не нашел, милый. Я знаю, ты старался. Так хорошо. Ты вызови, милая. Прости. Тебя-то можно спокойно простить, ну за что? Это место не тупо не дает это сделать. Что очень, блядь, странно. Пожалуйста, без него. У меня за патронов нету, чтобы его отстреливать. Давай, я хоть что-нибудь. Разбивай. Да! Да пьять этот пидормот! Пьянь, блядь! Нахуй! Чемодан! О!
Ты просто, сука, не страшный, скажи мне, ты, блядь, я тебя, блядь, могу убить спокойно, блядь. Ты как монстр, не тянешься слово совсем. Тебя напросто легко убить. По крайней мере, я тебя легко убивала. О-о-о, не рзись! Не рзись, Артёмка! Да блядство. Сука, ты заебал уже, уёбок. Нахуй иди. Ха-ха, по яйцам ты нахуй. Красава. В смысле, ты. Все смертельно. Давай, нет! Артёмка! Артём, держись! Держись, сынок! Сейчас. Держись. Сейчас полечает. Ты нашел. Не вздумай умирать, слышишь? Даже не думай, что я ей тогда скажу. Что? Возможно, в хорошей концовке он остается жив. Не, он вызовет. Боец, не спать! Я все же тебя нашел, сам не знаю как, но нашел. Не спать, Артём. Просто охуенный уровень, просто охеренный. С Новосибирском. О, заебись. Живой. Я думал, опять один останусь. Вставайте, скорее! Не просыпается. Таких лучше уже не будить. Тут надо прямо ехать. Он хотел меня научить, но не успел. Сознание потерял. Вы машину водите? Ура! Едем дальше! Нашел карту! Сказал, что папа — герой, и что он всех нас спас. Да как эффектненько. А когда обратно шли, на нас мутанты напали, но он их всех одиночными — бац! Да, велик он такой. Потом река. А там черви и глубоко. Он меня на плечах перенес. Было такое, да. Блять, эффектненько, да, хер. Артёмка точно. Сам никогда не выбрался. Спасибо ему. Вам обоим.
Это луна! Красивая какая! Сколько нового! Все еще наверх, все еще наверстывать. Только без этого урода, которого я... Ну, по сути-то я его убил, и все, его нет больше. Во, это не видно ни хера. Теперь хоть и видно. У нас свой поезд есть, мы почти доехали. Не финал, не реально крутой. Умирай! Эй, проснись! Если бы я спала, машина бы не ехала сама с собой. Все, тупик нахуй. Ну их никого не спасла, блин. Он был со шлем надеть. Давай скорей, уже близко. Слышишь? Чемодан возьми. Все, пизда ему. Морозение в самой последней стадии. Охереть! Охуеть, они проехали, блядь! Ого! Ой, тебе ого, охуеть! Осторожней с ним. Как он еще жив до сих пор? Артем, слышишь меня? Поаккуратнее, ребята. Облучился он капитально. А тело полковника даже замерять не получается. Дозиметр шкалит сразу. Держись, Тёма. Мы тебя вытянем. Как же они так? Соберись, Катя. Что делать? Руководи. Только переливание. Срочное. Сколько можно? С такой дозой... Значит, переливание спасет? Он подольше тогда продержится, насколько крови хватит. Группа крови,
Четвертая плюс. Ему любая подойдет. Все, кто может. Сюда всех. Не засыпай, Артем! Нельзя сейчас спать! Ну, здравствуй, Артем. Пойдем подышим, а? Надоело под землей торчать. Нет. Все, Степ, нельзя больше. Смотри, очнулся он. Слышишь, Артем? Не вздумай нам тут помирать, ясно? Не вздумай. Тебе жить и жить еще, детей растить. Борис, слышишь? Борис! Ну, чего встал? Ты же всегда наверх хотел. Еще на ботанический полез тогда. А тут как раз есть на что взглянуть. За сто? Нет, не тащи меня туда! Это не твой пункт назначения, Артём! Ты не доехал еще, слышишь? Рано выходить. Это тупик какой-то, не конечная. Слышишь? Дай-ка руку. О, горячий какой. Ну, может, теперь похладнокровней станешь. От моей-то стариковской крови. Идем, идем. Так, дружище, пора залить в твой бак новую порцию крови. Ничего, скоро ты у нас будешь бегать как новенький, или я съем свою треуголку. Не тащи меня туда! Слышишь, Артём? У тебя жена, вам детей заводить надо. А меня моя в Москве ждет. Нам еще все метро надо на уши поставить. Так что не вздумай в этой жопе мира подыхать. Смотри, Артём. Байкал как на ладони. Тут в настоящую жизнь верится. Не то, что у нас в метро. Возня крысиная. В общем, Артём, ты был прав. Прав был, что оттуда хотел нас вытащить сюда. А я дурак старый. Просто боялся, понимаешь? Жизни боялся, выходит. Смотри, улыбается. Во сне улыбается. Кажется, говорит что-то. У него жар под 42. Бредит. Я был бы куда-нибудь бы что-нибудь сказал под конец. За этот мир не жалко все отдать, Артём. Ты всегда был готов к этому. А я нет. Цеплялся за должность, регалии свои крысиные. Да. Прости меня за то, что с Аней так, что обвинял тебя во всем, прости. Не накрутил бы я вас всех с оккупантами этими так, она бы и в подвал тот не свалилась. Артём, умоляю тебя, только не умирай, останься со мной. Мне без тебя и жизнь не нужна, слышишь? Посмотри на меня, Артём, посмотри. А хоть-то там. Да. По поводу Ани. Ты, Артём, должен за ней приглядеть, раз уж я теперь не могу. Океан там не океан, просто будь рядом. Выгнала я ее. Еле на ногах стоит, а сама уже всю кровь готова ему отдать. Слава богу, лекарство помогло. Чудо настоящее. Дочка у меня есть, но я еще о сыне всегда мечтал. Чтобы такой был упрямый, как я, как ты. Хорошее место какое, чистое. Я его для себя присмотрел. Хочу тут лежать. Организуешь? Ну и главное, Артём, мое время кончилось. Дальше давай ты. Впрягайся. Веди их.
помни только, я Спарту создавал, чтобы людей сберечь. Всех людей, Артём. Помни, потому что я об этом забыл как-то. Ну все, командир. Вызовет. Хватит дрыхнуть. Труба зовет. Подъем. Он вызовет. Он никого не останется, он вызовет. Жар спадает. Кажется, ему получше. Теперь отдых нужен. И тебе, Анечка. Дай бог выберется. Дай бог. Да блять! Нет! Чуть ни одного урода не убил за всю игру. Мы нашли место из моего сна. Холм на берегу Байкала, куда меня привел мельник. Чистое место, как он и говорил. Ты выжил хотя бы. Нетронутая природа вокруг. Мы обрели дом. Дом у подножья сопок, на берегу озера. Дом, где мы можем растить детей. Детей, которые родятся не в сырых туннелях, а под чистым небом. Ура! Дамы и мужики, как старший по рангу офицер, выдвигаю командира ордена Артёма. Кто за? Если это будет галлюцинация, я, блядь, просто разъебу всех нахуй. Ну что, товарищ командир, какие будут приказания? Скажи что-нибудь! Я бы скомандовал по домам. Только этот дом слишком велик для нас. Знаете, полковник сказал мне однажды, что создал орден, чтобы спасти людей. Всех людей. Значит, нам пора исполнять долг. Неспроста я все это время, блядь, специально не убивала людей. Вообще ни одного практически. Вы свидетели. Ни одного практически не убила. Только монстров и мутантов. Никого не убила. Никого не убила. И вот это сыграло свою роль. Я так хотел, чтобы Артемка выжил, и он выжил, наконец-то. Ну что, Костки, получилось слишком атмосферно, а прямо под финальчик. Ой, на телочку практически в Москве, закончился в Новосибирске. В ледяных просторах, все вот это вот, ну, все вот это вот дичь. Нет, ну, там не было. Все вот это вот дичь. Последняя, блять, экономия патронов. Это просто круто. Особенно возвращение в город. Это просто охрененно. Безумно нравится. Ну все, ребята. И на этой трогательной ноте я заканчиваю полное прохождение своей всех частей метро. Метро 2033. Метро Last Light. И метро Exodus. Который называю Exodus. Надеюсь, четвертой части все-таки быть. Но даже если она будет, не будет, я в нее поиграю. Но мне кажется, что без нас в Артемке метро уже не метро. Все. Всех люблю. Всех целую. Если в конце был какой-нибудь намек на продолжение, я обязательно сохраню этот момент. Пока, косочки.